Давай, убивай его. А у тебя чем он бьет? А огнем бьет. Не понял, почему он встал? Он не должен Кто был встал? Встать после удара. Вот этот монах. Он же в нокдауне упал и лежал. Начали уже? Хорошо, я пойду помою посуду и починить буду делать. Самое. Да, читай это у Лёхи вообще с заклинаниями. Но у него сколько заклинаний вот сейчас? Да фига, они у него все ближнего. У него сколько ячеек памяти? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 ячеек. И плюс еще 2 изначальных навыка и 1 навык от предмета. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У него фаербол должен быть длинный, потом огненные кинжалы, рой москитов. Фаербол нет, у него возгорание. Из длинного у него кинжал. У него есть фол. Кинжала нет. Он не выбранный, наверное, у него только. У него есть заклинание фаербол. Фаербол у него есть. Нет. У него есть огненный этот шар, называю заклинание. Нет. Ну вот я смотрю сейчас. Дай мне его, переключи, дай мне его. Ну дай я посмотрю, что у него есть. А фигушки. Подчинение. Мне его отобрали. Так, во-первых, вот так. Во-вторых, вот так. У него же есть огненный шар. Вот кидаешь, такой же у этого есть огненный шар. Где ты там его увидел? Ну, должен быть, это навык первого уровня. Видишь, нету. А мы все выучивали их, специально же воровали их. Он просто у него не выбранный, может быть? Ну, нет у него в списке. Я тебе еще, ты открой этот книжку. К. Это фаербол идет от посоха. И это не фаербол, а это вспышка или как-то там так. Как-то так называется. Так, хватит глядывать моего персонажа. Фаербол, вот так и называется. Это от посоха. Не посох. Это ты от посоха? Ну, имеешь в виду, но он не фаербол даже называется. Асте. Так, это скорость, возгорание, очищение разума, даггеры, 4. Да кто у меня персонаж? Взрыв трупов должно быть, потом саботаж. И... Взрыв трупов нету, мы же еще не сделали. Ну вообще должен быть. Это Подожди. В умении трупа есть, просто взорвать. А дай я посмотрю, что у него есть. Я же тебе говорю, я же тебе его отдали. Нажми на Кай, увидишь все его навыки. Ну правильно, потому что у него одного-то нету. Мы либо его не своровали, либо его как-то пропустили. У него 6 навыков, а должно быть 7. И 7 как раз фаербол должен быть. Не знаю, что. Спрашивали же. Все у всех есть. Давай, Лёх, добивай. Безмолвный монах. Около Серёги стоит. Ах, хотя мы далеко от него. Ну, добивай, это громко сказано. Ну, давай что-нибудь делай. Вон труп подыми, я не знаю. Трупов вон куча целая. Ну, надо сходить, значит, этот фаербол своровать. Сейчас пойдем, сходим. А вы все посмотрите, чтобы у всех было по 7 навыков. А ты, Лёха, у нас некромант с огоньком, что ли? Да. С огоньком.
один, да? Да. Мы их тут решили побить, безмолвных монахов. Туру-туру-туру-туру. Я могу, кстати, следующего этого. Ну да, либо вы. Да я тоже могу. Я мастер. После нокдауна я понять не могу. Оно один ход действует, и следующий ход начался, он встал. А, типа он еще ходить должен был? Ну или да. Как-то? Ну ты ж вон наверху смотри, видишь, полоска серебристая такая. Она показывает окончание хода. А потом следующий ход. Он же в бой вступил, а я ходил последний. То есть он после меня должен был ходить. Он по идее должен был ходить, все, понял тогда. Тогда все правильно. А потом он встал. Значит, в тот раз у меня тоже так же произошло. Возможно. А может, они просто могут вставать еще, не знаю. Может, он как-то эффект не срабатывает. Кто его знает. Потом рассмотрим подробнее. Вот здесь лежит. Иногда он один ход. И вот он встал. Но он ходить должен был, да, опять? Я опять пропустил. Он должен был ходить до серебряного. Ну да, он, видишь, не ходит уже. Угу. То есть он только на следующем ходу будет ходить. Они просто встают раньше времени. Не на свой вход встают, а просто вообще встают, когда типа... Не, они после своего входа встают. Может, глюк. Потому что раньше они, по-моему, лежали, пока следующий ход не начинался. Я про это и говорю, что они вставали именно уже на свой вход. И уже сразу ходили. Не, они в начале хода раньше вставали. Ход, когда приходил, они чуть подымались там. Хотя, может, сделали, чтобы оно, ну, знаешь, чтобы не все сразу было. Вставали, а чтобы по очереди они подымались как-то. Ну, не знаю. В общем, не суть важна. Там он еще один внизу, можно его тоже дернуть. Я стрелой в него могу. Лёха. Ты тут? Да, чё. Чё, твой ход, чё? А тебя, кстати, этот посох ещё и отлечивает, да? Я только что сейчас заметил. Плюс три, да. Ты ударяешь и отлечиваешься сам, да? Давай добиваю. Тут в нижнего стрельни, ага. О. Теперь нас стало больше. Интересно, у меня микрофон отключается, когда я его вверх поднимаю? Давай попробуем. Слышно. Только издалека. Ну ладно. Значит, функции такой нету, ну, в смысле, отключения, когда, ну, поднимаешь его. У меня на прошлом был. На беспроводном, который. А ты что, сейчас проводным пользуешься? Да. Новый у тебя какой-то? Я новый себе купил, ну. И наушники просто... что ли новые? Да, наушники. Там микрофон просто начал глючить. Ну, потрескание, ты же помнишь. Ну, это я помню. Я думал, ты просто починил его? Не. Там а в ремонт, скорее... да, и что, может, что починит? Да я подозреваю, наушники... что, скорее всего, такие штуки чинятся очень дорого и бессмысленно. Это ж не в наушниках, ну, то есть не в звуке дело, а в микрофоне. А там более, наверное, на мой взгляд... более крутой механизм. Не знаю, ну может там есть у вас эти. Может там Екатеринбург под боком, там может есть как бы ну нормальные мастерские. Это я ладно, имею вот в виду, у нас. По цене может быть нерентабельно. Ты на пикабу поищи, там может живет у вас в Екатеринбурге какой-нибудь. Энтузиаст. Ну. Ну там же есть такие, встречаются люди.
Что почитаешь, там реально, ну, какие-то такие поломки, ты знаешь, которые проще выбросить, по-моему. А люди чинят все равно. Из любви к этому. К искусству. Но. О, что это ты на меня наложил? Окаменение, чистота разума. Он кровососа на тебя наложил. А, ну тогда нет уже. Ну я только сейчас беру. Там все вода. Я думаю, где-то есть кровь. Так ты наводи, Серега. Ой, Серега, Леха. Там оно ж подписывает, что там лежит на этом. Да, да, кстати, по земле, если вводишь, что пишет. Так, как бы тут мне бы спуститься. Ух ты. Подлечивается. Не хочет умирать. Ну. О, там кто-то еще что ли ходит, желтая точка наверху, или это кто? На карте. Крыса, по-моему. Да, крыса. Кстати, она безымянная. Ее можно прихлопнуть, наверное. За нее 50 очков где-то, ну, или 80. Не, а чё она безымянная? Это ладно, там вот наверху бегает она... Внизу, вернее, крыса по имени Эдди. Вот ее жалко убивать, она же все-таки именная. А просто крысу чё б не хлопнуть. За крабика дают 80 очков. О, как тебе разгорелось. Во, порча нормально сработала. Эх. Ну вот, да, у тебя есть длинные руки-то, ты себе прокачал, Лёх? Это увеличение радиуса заклинаний. Длинные руки умение. Отправляйся во тьму. Талант. А чё только 200 дали? Слушай, нам только 200 дали. Не, почему? Их же сразу сейчас дают очки, а не по окончанию хода. То есть ты убил в течение хода одного, тебе дали 200, убил второго, еще 200 дали. Точно? Да. 8... 2600, а, ну вроде да, возможно. Чик-чик-чик-чик. Так, ну так что, народ, какие планы? Сохраниться. И это понятно. Я крысу хочу убить. Ну вот ведь кровожадная, а. Она убегает от тебя. Где она? Пищи! Вон она убегает. Может, он умрет сейчас? Нет. Ей не хватит. Буквально немножечко. 4. Её сложно поймать. Мимо! Да ударь ты ее просто. Да ты что думаешь, так просто ударить, что ли? Что нужно к ней подбежать еще? Через контрол, не? Ты когда не пытаешься это? Бум. Бессердечный. На, до сих пор что ли жива? Я думал, ты уже убила. Тебе же даже ее Леха замедлил. Да он ничего не замедлил. Не дали. Опыт вообще ноль. Угу. Может, она уже слишком маленькая. Зато крысиный хвост у нее. Ладно, чё, пойдем это проходить. О, безмолвных монахов-то все-таки. А, мы ж это, мы же собирались это, пойдемте. Лёхе фаербол найдем. Я не знаю, чё... Мы ж в прошлый раз все как бы должны были сделать еще в тот раз.
Тут же он даже лежит, как бы, подходи, да воруй у него. То есть, он спит тут. Хоть что у него и делай. На пляж куда? Так, где мои тут перчатки? А все у него... А, слушай, ты мне эти перчаточки-то верни, или там какие-то были. Это же были перчатки мои, я просто в воровстве ходил. Ну хотя ладно, фиг с ним. На инициативу ты имеешь, или? Да. Ну не знаю, не знаю. Я тебе могу на 7 очков здоровья. Зачем тебе инициатива? У них характеристики точно такие же, одинаковые. Инициатива дает... Инициатива там что-то дает. Она дает... А, восприятие. Да, а у меня... А это все у меня. И восприятие, и инициатива, это все мне нужно. Поэтому дай тебе вот это. Не, ну еще, еще атаковать можно. Быстрее приходит очередь. Что-то какие ты мне кинул там перчатки? Ты с точно такими же характеристиками, но только да, плюс очки. А у них точно такие же характеристики. Только 3, у этих 5? Плюс 2 инициативы. 3,5? Да, 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 да. Ну что, кто воровать тут будет у него? Кто может воровать? А я не помню, воровал я у него или нет. Так, Лёха, на тебе. Короче, сейчас это... А, ну давай я Сибили сначала скину. Так, Сибили. И Сибили. Я тебя кинул, короче. Посмотри, воровал ты. Щит мы тебе дали, чтобы ты с одноручным оружием со щитом ходил в боях. Я не умирал на первом ходу. Заговори с ним или не требуется? Да, не требуется. Нет, требуется. Как это? Ты ну, еще вот и бой вступил. Ну, ты говоришь, не требуется, как видишь, требуется. Ну, я не знаю, как, ну, как ты умудрился тут? Ну, как из невидимости? Ну, нужно отвлекать. Да не надо его отвлекать, он лежит, то есть он же спит. Вот я только что... То, что ты говорил, ну, ты наверное, не сзади подошел, а не знаю, сзади кто-то подошел спереди. В невидимость. А сзади не знаю, в как. Невидимости подошел. Я просто к нему подходил вообще без всяких этих... И воровал у него. Ну, как видишь, нет. Ты, наверное, у него уже воровал, и поэтому ты на него нажал, и у него уже обчищено. Ничего нельзя было... Нет, ничего не было написано. Подобыло, наверное. Ты у него начал обчищать, и, естественно, он проснулся, потому что ты не можешь обчищать, если ты уже обчищал. Единственная надпись там была «Требуется воровство 1. Перчатки». Чё-то то есть там уже должно сделал. Было быть воровство. Чё-то ты неправильно сделал. Короче, воруйте сами. Не, ну иди, раз ты не воровал, ты давай воруй у него. А я не помню, воровал я или нет. Во-первых, нужно посмотреть, у него есть вообще этот фаербол или нет. А он у него должен быть. Mm. Просто опять мы вот как бы, ну, время тратим зря только. Тебя собака, может, спалила, ты проснулся, и из-за этого тебя спалили. Там не было никого. Собака вот сзади бегает там. Где? Там потому что тебя как бы раскрыли. Вот, смотрим, вот у него. Самовозгорание. Где собака? Вот, огненный шар, вот он. Огненный шар. Седьмой навык. Где ты собаку у него за спиной? Вон, вон там он лазит с собакой, она тебя, может, спалила как бы. Ну давай я с ним, ладно, заговорю, так и быть, чтобы он тебя не палил. Все, я тебя кинул. Давай, вот я с ним разговариваю. Сохранись, короче, ладно. Огненный шар называется заклинание. Второе еще, там, оно же третье. Еще. Самое последнее. Вот я же говорю, что оно должно, потому что я помню это заклинание.
Лёха, у Лёхи его просто не я было. Тебе отдаю, выучивай сразу. И убегай отсюда. А я все, что убегать-то? Я все отдам. Он сейчас будет проверять. Хотя не, он спит. Пусть. Вот видишь, у него сон написано. То есть он когда спит, у него... А, во, проснулся, смотри. Ну вот в прошлый раз мне не это, не получилось. Я, короче, на мост. Я на мост убежал. Ну все, что, поехали? Обыскивай, давай. О, ха-ха, смотри-ка, она все равно это, прикопался, ты посмотри. Че, ты в смысле воевать с ним собрался? Нет, ты посмотри, я это, он меня обшарил, но посмотри, какая вторая фраза появилась. Можно сказать только. Нет, тут это, у тебя, скорее всего, ворованное что-то лежит в кармане. Нет, нет у меня ничего. Да, да. Да я тебе говорю, что нет. Да есть у тебя что-то ворованное в кармане, по-любому. Они обычно прикапываются, когда у тебя что-то ворованное есть. Опять провал. У меня нет ничего ворованного. Хочешь атаковать? Я тебе говорил, убегай. Я тебе говорил, убегай. Тут, блин, так опять. Так а что убегать-то? Мы никогда не убегали. Ну, в смысле, если у меня не было ничего ворованного... Там... Но зачем его убивать? Он сам захотел такой жизни. У него ж можно будет потом, наверное, заклинания купить какие-нибудь этого третьего уровня или четвертого. То есть до какого уровня мы прокачаемся, неизвестно. А ты его убьешь сейчас. И выбрать негде будет. Блин. Ну убегай, да и все, беги, и потом убежишь, и он на тебя потом, может, агриться уже не будет. Он остынет. Просто убивать всех торговцев, потом торговать не с кем просто-напросто. И заклинания покупать. Вот зачем его убивать? Да мы тратим время, потому что его надо было сразу телепортироваться и все, и не выкаблучиваться. Давай, загружайся, своруем все, телепортируемся и все. Но мы играем уже полчаса, а мы до сих пор еще в начале локации. О, кстати, а мне дневник обновился. Ну он тебе по-любому бы обновился. Тебе написано будет, что ты убил Жалохвоста и все. Это мой. Нет, мне его надо. Мне больше он никому не оставит шрамов. Мы имя я могу стереть своей руки. Все, мне пофиг, это моя это. Мое продвижение. Да его, ты выбрал его не убивать. Мы ж проходили уже и играли, там было у тебя опция убить как его видишь, или оставить нет. живых. Ну я тебе а чё, его... Ай. Короче, это мое мнение, я его убиваю, все. Ты убил его не по своему мнению, ты вообще убил его случайно, если чё. По твоему мнению, мы его уговорили оставить в живых в прошлый раз. И ты согласился, что давай его оставим в живых. Дура, что он живой чё? Был полезнее, ну, вот видишь, чем мёртвый. Он не послушался. Видишь, у меня идет это. Все, нет, я его должен был убить. Ты посмотри, что у меня происходит. Связь между ними мелкими руками. Можно поговорить с грифом. А, ну это уже все. У меня это идет как продолжение истории. У него был шанс. Это продолжение истории, ты уже это уже было все. Ты просто убил его, это другой вариант продолжения истории. Стоп! У тебя был один вариант. Думаю, Леха, оставить да его в живых. Ладно, все уже. Я тебе сказал, это мое решение. Подожди, Леха, ты мне скинул две книги? Леха, что-то вообще не слышно. Подождите, кто да. мне скинул две книги? Ну ты взял, наверное, с трупа нет, подобрал. Нет, я взял одну. А. Все тогда. Я думал, это вы мне скинули, поэтому он на меня загрелся. С этим все это. Убил его. Убил. У него был шанс. Он загрелся. Это все Лехе отдаю. Да мне же. Ну это твои. Не, дайте, мне дайте. Пригодятся. Не дайте, я могу выучить их. И одну надо оставить, чтобы потом книжку, когда будет этого. Там же да, там для крафта же нужно. Соединять их. Труп и что-то там с огнем вы что-то говорили, чтобы взрывать его.
Я два раза опыт получил за него, получается. Ну, убил, да убил, все. Ну чё, поехали? А куда, то есть, что это? Какие планы-то? Ну все, почитай вон, побег. Нам нужно вон найти корабль. Госпожу Месть. То есть добраться до нее. Корабль магистра в галеру госпожа Месть, чтобы уйти на нем с глаз Жнеца. На что тебе? На этот посох? Нет, ты давай бери вон я, этот я щит в руки и жезл. Хотя это получится. Нормальный. Выбьешь себе получше, в бою заработаешь. Ты, кстати, так, что, куда здесь можно пойти? Миш, ты можешь раздели кучки на 4 золота. И раздай каждому. Вон, тут щиты прям валяются. Слышишь? На земле. Слышишь? Миша? Я никого не слышу, ничего. 162, можно? Вон, тут головы валяются. Я разговариваю. Можете почитать, если хотите. Какую-то пироманку нашел здесь. Дайте денег, что две. Миш. Ну я разговариваю, ты видишь, я не могу тебе денег закинуть, потому что у меня идет диалог. Я нашел тетку, которая у тебя маску сперла. Ну, можно поспрашивать, либо третий, либо уж и сказать, что либо это она обычно все делает так-то. Ну, я тоже склоняюсь к третьему, давай. Нам будем драться с ней, похоже. Она 5 уровень. Окей. Леха, иди. Вон, вон у нее три, 2 жезла. Сейчас мы тебе выбьем с них жезла. Не надо будет ничего покупать. Поезд куплю, да уйду. Мы в бою. Ё-моё. Мне поезд хороший. Поезд там как поезд, на нем даже бонусов никаких нет. Ну у меня вообще даже поезда нет. У меня обычный 5 брони пояс. Ну, блин, я давал вам все деньги, вы не вернули. Миша, у тебя... Ты иди драться, а не стой там. Я не знаю, где вы там деретесь. Ну, по персонажу кликни и все, и ты все узнаешь, Леха. По иконке кликни персонажа. Вот он же, тут он ползет. Это Серега приполз. О! Она сильно бьет. А я, кстати, внизу сокровище вижу спрятанное. Вы его видите? На карте отмечено.
А то есть смысла в моем крутом восприятии тут нету? Это та тетка, которая у тебя маску украла на корабле, которая это там всех погубила на корабле. Да. Сейчас у нее жезл заберем. Пироманский. Она. А, она в нокдауне, да? Ничего ты по ней прыгаешь. Ну. По несчастной женщине. Что, она одна? Да. Так, не бей несчастную женщину. Я сам буду ее. Давайте ее просто сожжем. А рой москитов тебе тоже хп восстанавливает, да? Четыре. Что-то, блин, не шаг, четыре не дает просто. У ней броня, потому что, поэтому... Давайте еще раз ее положим. А, и у нее, скорее всего, сопротивление этому. У нее огню сопротивление 80%, поэтому твои фаерболы на нее не действуют. Женщина бежит, нельзя ее бить. А яд ее лечит. Она это, она нежить, оказывается. А, поэтому она... Нежить? Ну да, ты если почитаешь, что... Яд 200, то, видишь... точно. Нежить плюс 200. Так что ядом ее не бейте. Так, ну я не могу к ней подойти. Поэтому я ее только спровоцировал. Да давай физуроном ее там. Этими всякими. И не физическая броня. Вот, чтоб не бегала. Ну, слабенькая. Конечно, ну, корабля, она по сравнению с нами была сильная. Да, я что-то и не понимаю. Она потеряла силу, похоже. Не, ну она же как там к владыке кого-то взывала, а сейчас он ее оставил. Вот я и говорю, то есть и она и его силу. Не, ну ты учитывай, что на корабле мы были первого уровня, а сейчас там уже как бы пятого. Все равно она там еще всех за раз положила, то есть представляешь, то есть одним заклинанием всех на корабле положить. То есть это явно у нее была какая-то ульта супер крутая, и она ее, видимо, лишилась. Наверное. Что было такое? Там мне этот урон нанес. Ты горишь? Угу. Виндиго. Деревянный тотем атакует цель Виндиго. Она там заперта. Так что можешь, по идее, пропускать либо чем-нибудь дальним. Да я вот ее не вижу просто. Я стою в таком месте, что ее мне не видно просто. Она за скалой, ну тебе. Опа, тут дорожка была почти. Давай, я добью. Давай, добей. А тут это новый? Они тут лежали. Это она их убила. Это что? Серый твой персонаж сказал. Кто-то о, я все у нее своровал. Я все у нее своровал. Леха, на тебе пояс, смотри, неопознанный. Синий. Хочешь, дадим тебе. Не надо покупать ничего. Ха, чтобы неопознанный, нужно сначала мне давать. Ну я тебе дам, че. Дай Лехе, а то он не успокоится. Маску. Маску.
Маска, маска, вот такая маска пригодится нам самому. Ты же определись, тебе 169 монеток дать или маску? Лёха, а у тебя есть вообще пояс? Нет. У него нету пояса. У меня просто тоже нет пояса, и вот этот пояс-то он как бы мне неплох. Я куплю хотя бы. Деньги дай ему, да. Раздели на 4 кучки, Миш. Маска это моя. Чё, чё? И маску отдай, действительно. На, все, я тебе кинул. Покупай, что хочешь. Все, тебе 10 тысяч, гуляй на все. А? Везучесть есть, он тут скелет лежит, обыщи его. Так, а у меня везучесть разве? Не знаю, вот скелет лежит. Нет, у меня везучести нету. Ну, взяли да обыскали, что такого-то. А где скелет? Я его не вижу, если честно. Он около нас где-то? Вот я тут стою около тебя, я не вижу скелет. Как не видишь? Вот лежит скелет. А, у меня вот, везучесть ноль. Ну, я могу себе вкачать везучесть, но я тогда не буду вкачивать себе это... знание легенд. Я могу... Да у Лёхи вон везучесть есть, пусть пойдет да подберет. Оно, тем более, это везучесть срабатывает там при единичке один раз на 100. Ну, чё мне марку не дают? По чужой-то мне должна быть марка. Отдай ему маску. Ты ж выбрал 169 монет. Я ж тебе предлагал, говорю, чё будешь, возьмешь маску или 169 монет? Сказал, я хочу, дайте мне денег. Всё, значит. А в маске я теперь буду ходить. Вот, смотри. И скелета уже это. Это ты маску его надел? Точно. Да, смотри. Человеческий облик. Отдай ты ему маску. Все, смотри. И скелет обыщите. Новую сделать. И скелет обыщите. Лёха, иди вон, обыщи скелет. А что они со мной разговаривают? Кто? Трупы? Скелеты. Ну ты сейчас драться, наверное, будешь с ними? Не хочу. Ты сохранился? Хозяин, чё они так говорят? Хозяин, а это я с ними должен разговаривать, он скелет. Никто не пойдет. Ну поспрашиваю, да? А кто? If you think I'll spill the tale just 'cause you are... She reaches for her weapon. Опа. Так, не хочу нападать. Ну, давай второй вариант, как вариант. Не, давай на бой первый. Сильно в бой. Ага. Брака, это бывшие эти. Рабы Брака. Че? А че они по уровню? Лёха, дерись с ним сам. По уровню они четвертые. Короче, давайте пошел я скелета за луты, потому что вы что-то вообще как нарируете все. Все, скелета я обыскал. Ты пойдем маску выкопаем отдай этот сундук. Лёхе? Да все, не отдам я ему ничего. Так, Серый, какого хера? Прости меня. Чего? Ой, не Серый, Миша, прости. Да зачем ему маска? Ему маска не нужна. Во-первых, это его маска. Маску любой может носить. Я понимаю. Во-первых, это его маска. Да мы новые делаем. Во-вторых, я тебе но уже... Ну это мой выбор, это и мой выбор. Лирик, я тебе говорю, вот ты не объяснял про свой выбор, я тебе объясняю. Вот мой выбор, маску вот ему не отдавать. У Лёхи есть квест на эту маску, поэтому ему и нужна. Так, все. Это во-первых. Во-вторых, раздели 4 на 4 стопки деньги. Я Лёхе отдал все деньги, пусть делит там. А, так. Да я мне тратить не умею.